Мы изредка видим во снах наши души, как мы отправляемся в дальние страны, как нас неизвестность изводит и душит, как теребит уж зажившие раны. Вряд ли из вас, кто мечтал стать рубашкой. Я же сегодня смогу вам поведать, что гложет ее после пыточной глажки, как страшно ей в мраке кромешном. Одно приснилось, как в ней родился приятель моей знакомой. Рубашка полезна, спасла его чудом, а после отправила к дому. Другой снилось, будто она стала синей, хотя отродясь была кипельно-белой. Попался носок как раз нужного цвета, был сон этот вечен при стирке мобильной. Не раз и не два снились звезд водопады, путевки к ирландцам с полетами в космос, как всем-всем рубашкам пришельцы так рады, как звали остаться на полном серьезе. Но сны на земле привлекательней, ярче, и сам человеческий род интересней. Люди, просто относитесь к рубашкам бережнее, словно к детям. Я и вам ответил.